– это их победа и наша память. В нем собраны фрагменты воспоминаний родственников о героях-победителях Второй мировой войны, в том числе участников бессмертного полка в Риге в 2015-2016. Давай, давай, давай.
Волонтеры Бессмертного полка. Они продолжают работу над книгой памяти, в которой собирается вся информация о героях. Волонтеров легко узнать по отличительным майкам. На протяжении всего дня они готовы записывать ваши истории, уважаемые ветераны, а также воспоминания о героических предках. По данным организаторов, книги памяти зарегистрировано уже более 1000 героев, большая часть из которых являются участниками Бессмертного полка. Организаторы акции обращаются к тем, кто еще не записал данные своего героя в книгу памяти. Найдите время. Сделайте это. Возможно, именно вашего героя кто-то искал на протяжении многих лет. Возможно, вы измените чью-то судьбу и найдете близких людей. Регистрация героев в книгу памяти ведется круглый год на сайте www.volk.lv. Это их победа и наша память.
луна с кровав не пришедшие поверь. Не в землю наш полегли никогда, а превратились в журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подождут нам по голоса. Не потому, как часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит на небо день усталый, летит туман на исходе дня, и в том строе есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день журавлиной стаи, я поплыву на той же земле, из-под небес во птичьи окликаю всех вас, кого оставил на земле. Сегодня в рядах бессмертного полка идет более 5000 человек. А мы напомним, что сегодня в палатке у малой сцены работают волонтеры бессмертного полка. Они продолжают работу над книгой памяти, в которой собирается вся информация о героях. Не надо. Мы видим их, простых солдат, что в тот далекий грозный час своей жизнью заплатили за счастье светлое для нас. Давайте еще раз поприветствуем участников акции «Бессмертный полк». В этом году их собралось более 5000 человек. И год от года число участников бессмертного полка увеличивается. Мы благодарим тех, кто сегодня встал в ряды бессмертного полка, чтобы с этого мая напомнить об истории своей семьи, об истории своих родных и близких. Спасибо.
Мы благодарим участников акции «Бессмертный полк». А наш праздничный концерт продолжается. И мы приглашаем на нашу сцену Ирину Уткину. Песня «Огромное небо». Служили все, и было на службе и сердце.